Впечатления хорошие, хорошие проведения, ну, хорошие тренировки, хорошие поля, качественная гостиница. Команду я практически всех парней знаю, тренерский состав всех я знал, поэтому все благоприятно. Да, настроение отличное в команде. Готовимся к Норвегии. С Норвегией, правда, еще не играли. Сегодня-завтра на теории разберем. Не знаем даже, что из себя соперник представляет, но готовимся, как обычно, к игре. Все хорошо. По Норвегии эта команда, они все будут боевые, все физически готовы, будут играть до конца. Я думаю, будет очень интересный матч, и постараемся также выиграть. Ну, еще не разбирали, будем разбирать их игру, еще есть время. Но знаю, что силовая, скорее всего, команда, боевая. Думаю, будут бороться до последнего.